ходе спецоперации в Инцукульском районе убит один из главарей так называемой гимринской банды, 36-летний Абдулла Мустафаев. Бойцы спецназа окружили дом в селении Гимры, где укрылся боевик. На предложение сложить оружие тот ответил отказом и открыл стрельбу по силовикам. Ответным огнем боевик был ликвидирован. Как отмечают в Национальном антитеррористическом комитете, убитый боевик стоял за взрывом на Ирганайской ГЭС в сентябре 2010 года. Также неоднократно покушался на жизнь полицейских, а в этом году он присягнул на верность исламскому государству.